Хеллоу, народ, с вами я, Снурбан, и вы заметили, да? Раз такой ролик, то должна быть вебка. Я передумала сниматься вебкой, не знаю, мне просто перезахотелось как-то, вот. И, в общем-то, сейчас я вас научу делать анимацию в MindEmbarter. Или же MindEmbarter. Такая программа для анимации. Я его, конечно же, еще не открыла, поэтому нам придется ждать, когда он откроется. Весело! Нет. Так. Сейчас мы ждем. Ждем. И еще раз ждем. Я, пожалуй, пропущу это время, окей. Так, я запустила. Как видите, у меня тут куча файлов. Ну, это я тут делала. Нейв проект нажимаем. Это программа только на английском. Здесь надо все написать. Ну, я сейчас это все напишу. Вот. Да? Окей. Вы все пишете по-своему. Это имя вашего проекта. Это автор. А это как там, описание. Вот. Ну, сейчас я тут все напишу и начну запись. Ну вот, я тут все сделала, как вы видите, у меня тут все написано, как работать, все такое. Ну вот. Нажимаю на эту кнопочку, креаторы. И здесь пустой экран. Пустой экран. Мы не видим ничего. Нам нужно нажать вот на этот верстачок. И тут куча всего. Нажимаем сначала вот на этого, если вы хотите сделать анимацию персонажа. Здесь есть первоначальные скины. Вот, например, скин человека. Да? У нас вот такой вот. Но можно его сменить вот здесь. Можно с помощью папки. Вот это вот, я не знаю. Вот, поэтому я постоянно нажимаю сюда. Вот. И тут он откроет папку, в которой вот чаще всего. Значит, я захожу в сухарик, и тут у меня есть мой скин и скин Никутян. Я буду использовать скин Никутян. Да. Он вот такой вот. Если у вас нет никаких скинов, то вы можете вот нажать сюда, загрузки, да, и найти, как вы скачивали вот эту вот программу. Вот она. Нажать на нее, сюда, и скинс. Вот, здесь есть скин жителя, Херобрайна даже. Вот так вот. Да. Ну и нажимаю отмена, так как меня уже сняли. Вот. Вот мой скин, над которым я работала. которого я создавала. Итак, что мы начнем делать? Надеюсь, меня будет слышно, то я люблю по-тихому поговорить, чтобы никто ничего не понимал. Ха-ха. У нас будет... Поначалу мы сделаем, пожалуй, анимацию приветствия. Вот, это наш первый кадр, правильно, мы сделаем. Так как мы хотим гладкую анимацию, мы все сделаем очень гладко. Почему рука? А? Моя аниматор. На каждом кадре понемножку все поднимаем. Если вы хотите крайне детально. Если кому-то лень сделать так детально, поэтому вы можете тут ничего не трогать, и вот здесь вот уже изменить. Оно само автоматически поменяет анимацию. Это я знаю точно. Вот. Но так как я любительница детальности... Кстати, хочу вам сказать одну вещь. Знаете, то, что... Вам придется, когда создадите тут анимацию, я не смогу вам сказать, как замедлить ее, потому что я сама этого не знаю. Давайте я сейчас сделаю какую-нибудь. Ну вот, мы сейчас вам видели, нашли, как я сделала анимацию руки, да? Сейчас мы ее посмотрим. Нажимаем на наши первоначальные кадры и нажимаем вот сюда, на эту вот кнопочку. Вот, мы поднимаем руку. И давайте я таким же макаром сделаю какую-нибудь еще одну легкую анимацию со второй рукой. И, кстати, видите вот эту вот, еще, чтобы вы понимали, какие руки сгибают. Видите, вот эта вот голубая полосочка, она делает сгиб. Вот так вот, да. Ну, а сейчас я попробую сделать анимацию какую-нибудь. И, ну вот, я сделал какую-то анимацию рук. Теперь мы приступим к ногам. Для этого я сейчас поверну камеру и смотрите.
Якую я уже придумала, когда я делала анимацию на лук, себе анимацию какую-нибудь. Вот. И значит так. Чтобы делать анимацию ног, это у нас то же самое, да, видите ли. И ну, сейчас я сделаю анимацию, да, и покажу вам ее. То есть я вам объяснила примерно, как что работает. Значит так, и теперь анимация полета. Я решила сделать покадрово везде и немного под характера. Как же я умею говорить? Учитесь говорить с нормальным. Нет, не надо. Тут точно так же колеблется с языком. В общем-то сейчас вот на этом вот камере мы, собственно, начнем ее полет. А для этого нам надо ее немножко наклонить в это же время. Вот. Да что не так с тобой? Кстати, знаете, иногда мне хочется вот реально некоторые детали пошевелить, но я еще не профессионал. Жизнь будет, когда ты не профессионал. Вот, она, то есть, типа, подлетает к нам. И камера тоже улетает к ней. Да в смысле ты улетаешь? Нет, да, не сам. Ну, надо так делать. Вот. Кто тебе дает право там делать? Вот. Делаем полет ей дальше. Следующий кадр. На следующем кадре... Она начнет подлетать к нам ближе. Да. Вот так. Ее мы двигаем ближе к нам. Это будет анимация больше очень много ориентирована и на камеру, да, и на самого персонажа. То есть камера должна быть где-то вот так. Надеюсь. Да ведь? Да. Вот. Как-нибудь так. Дальше. И вот этот вот кадр. Ключевой. Нет, я не знаю, что такое кадр. Да блин! То самое чувство, когда у тебя лагает все. Комп, что ж ты такой лох-то, а? Ладно, окей, я сейчас запись остановлю. Ну вот, я все сделала, как вы видите. Анимация была очень простой такой достаточно. И давайте я вам ее покажу. Знаете, она будет дико-дико быстрой. Смотрите. Я говорила, скример могут быть. В общем-то... А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И я следующий ролик выпущу, если на этом ролике наберется хотя бы 3 лайка. Серьезно, совсем я. Потому что у нас целых 7. Надеюсь, мы сможем набрать целых 3 лайка. А на этом все. С вами была я, Снурбан. И гудбай, народ!